Привет всем любителям футбола! Вы на канале Алекс Спортивный. В английской лиге сыграны матчи 18-го тура. А начинаю, как всегда, с благодарности нашим спонсорам. Их я добавляю в каждый выпуск. В этом списке можете оказаться и вы. Итак, Вест Хэм никого не удивил победой над МЮ 2-0. Счет логичен, ведь у Манчестера наблюдается кризис. Красно-черные не могут победить в четвертой игре подряд. А последняя очная встреча этих соперников в мае уходящего года завершилась также успехом Вест Хэма 1-0. Выделю бразильца Лукаса Пакиту. У него в двух последних турах 4-5. Передачи. Список лучших ассистентов увидим, как всегда, в конце. Матч Манчестера Сити и Брентфорда не состоялся. Горожане, как вы знаете, как лучшая команда Европы, принимала участие на клубном чемпионате мира, где в финале разгромила бразильский Флуминенсе 4-0. Дважды забил Хулиан Альварес. Тоттенхэм обыграл Эвертон 2-1. За победителей забивали Ришарлисон и Сон Хенми. Тоттенхэм выздоравливает. После 5 неудач команда Постекоглу одержала свою 3-ю победу подряд. Ливерпуль в матче за первое место сыграл с Арсеналом в ничью 1-1. На быстрый гол Магальянса на 16-й минуте ответил Салах. Любителям статистики всегда любопытно узнать о противостоянии великих команд. Ливерпуль и Арсенал встретились в 206-й раз в истории. 78 побед у мерсисайдцев, на 6 меньше у канониров, и 56-й матч окончен в ничью. К другим результатам: Кристал Пэлас Брайтон 1-1, Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1-1, Ноттингем Борнмут 2-3, Лутон неожиданно обыграл Ньюкасл 1-0, Фулхэм Бёрли 0-2 и Вулверхэмптон Челси сыграют 24 декабря. Расписание. 19-й тур будет растянут на 3 дня. 26 декабря Ливерпуль сразится с Бёрли, а Манчестер Юнайтед ждет Астон Виллу. 27 декабря Челси Кристал Пэлас, Эвертон Манчестер Сити. 28 декабря Брайтон Тоттенхэм и Арсенал Вест Хэм. Список лучших бомбардиров и ассистентов АПЛ. Холланд Манчестер Сити забил 14 голов. Педро Нету из Вулверхэмптона, Трипьер из Ньюкасла и Салах отдали по 7 передач. Таблица Англии. Арсенал первый 40 очков. Астон Вилла и Ливерпуль делят второе место по 39 очков. Тоттенхэм четвертый, 36 очков. Манчестер Сити пятый, но имеет матч в запасе. Вест Хэм занимает 6-ю строчку. Ниже Ньюкасл, МЮ, Брайтон, Челси. Лутон, Бёрли, Шеффилд Юнайтед замыкают таблицу. Рекомендую посмотреть выпуск «Кто выйдет в аду четвертую финала Лиги Чемпионов». Ставим лайк, если выпуск был полезен. Благодарю за финансовую поддержку канала и до встречи на спортивном.